Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». У нас впереди последние выходные мая. Давайте хорошо проводим весну и составим на них культурную программу прямо сейчас. В субботу, 27 мая, в Струковском саду долгожданная встреча. Телеканал «Самара ГИС» ждет своих телезрителей и подписчиков на 28-й фестиваль прессы. Приходите на нашу площадку у входа со стороны улицы Красноармейской, участвуйте в конкурсах, мастер-классах и выигрывайте ценные подарки. Главный приз телеканала «Самара ГИС» – телевизор. Тема фестиваля «Пресса-2023. Мы вместе». В Струковском саду ведущие городские и областные средства массовой информации – газеты, телерадиокомпании, радиостанции и интернет-СМИ. Гостей Струковского сада ждут более 20 тематических площадок с насыщенной программой, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, выставки и мастер-классы. И, конечно же, призы от телеканала «Самара ГИС». Начало в 12:00. Не пропустите, будет интересно! 27 мая в амфитеатре на площади Славы пройдет торжественная церемония открытия фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России. В фестивале принимают участие 12 ансамблей и около 1500 военных артистов. Со сцены прозвучат произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира и костюмированные хореографические постановки на тему военной службы. Начало мероприятия 13:00. 27 мая стартует ежегодная всероссийская акция «Библионочь-2023». Это масштабное культурное событие, которое объединяет литературу, творчество и веселье. Библиотеки города готовят культурно-развлекательные программы. Например, в Центральной городской детской библиотеке читатели ждут мастер-классы, музыкальные номера, игры, спектакли и многое другое. Все события и активности посвящены, конечно же, хранительнице знаний, книге. Начало в 12:00, требуется предварительная запись. Узнавайте подробности о программе в группе Центральной городской детской библиотеки ВКонтакте. Детская картинная галерея открывает сезон пешеходных квестов для детей и их родителей. 28 мая участникам предлагают отправиться в путешествие по историческому центру города и узнать, кто живет на самарских фасадах. Пройдя по маршруту, вы восстановите старинную карту, которая приведет к сокровищу. Начало квестов 16:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.